Здорово, Якутск. Якутск. Вообще, я просто хотел поехать потупить. Потупить, позаписывать видео, где я просто сижу и туплю, и просто молчу. Но вы мне разговорили немножко. Еду домой. Ура, наконец-то. А завтра опять на работу. Ого, к нам. К вам в Якутск? Не хочу к вам в Якутск. Я не люблю никакие российские города, кроме Москвы, Сочи, Питера. Да не, Питер тоже не люблю. Кроме Москвы и Сочи. Вообще люблю все зарубежные города. Мне нравится. Калифорния. Барселона. Амстердам. Берлин. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, здравствуйте. Че, прямой эфир хочешь, падла? Че, прямой эфир ко мне хочешь, падла? А, скажи честно. Колись давай, старый. Хочешь ко мне прямой эфир? Попиздеть. Генгерна, монгерна, стэнгерна, генгерна, менгерна, бонгерна. Я прикинь, бонгерна. Сплю, а ты? Здорово, я домой еду. А ты чё так поздно едешь домой? Я заезжал по пути. Я понял. А я просто, прикинь, весь день находился дома и под вечер что-то вирту, позволил себе расслабиться, и вот до сих пор расслабляюсь, я уже, ну, планирую спать. А ты где Генгрен, Менгрен, Монгрен, Джонгрен? Я дома нахожусь, но в смысле Джангрена, Сондрена, на Домодедовской. Мы вот с моим коллегой, другом, сожителем просто отдохнули по чилу вообще. Бухаете только что? Бэнг, вот Володенька, вон Бэнгрена, Сондрена. Бухаете что ли тупо? Ну да, 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 можно и так выразить. Но мы, конечно же, ну, люди такие, как бы, цивилизованные, поэтому мы... Ну ты понял. Ну, короче говоря, а сколько времени? А, по-моему, третьего, нормально. Ну, мы, типа, сейчас уже под хиллауты, такая история. А ты какого хуя не спишь, малыш? Я с работы ехал. Еще да ладно, наваливать, с работы ты ехал. Ты что, а ты чай с работы ехал, я на работу устроился, я теперь тренер. Я ехал с работы, заехал, короче, к другу. Mm-hmm. А до этого, короче, весь день на работе, ну, как бы это. Я понял. Красава. И что, ты болтухи вылетишь? Я чувствовал, короче, что, ну, как бы, нужно поправляться. И поправился, короче, по этим. Я понял. И все. А потом опять, короче, на этих. Все, еду домой. Ну, стопудово домой. Ну, а куда, как, куда все, и пустой. Ну, я понял. А ты что, в такси, в смысле, едешь, и музыку на встрече, и включаешь на прямой эфир, и все вот так, и стопудово? Прямой эфир. Ну, это нормальная история. А ты завтра работаешь? Завтра, да, тоже работаю, да. Да, завтра 12. Короче, алтущего, типа, на бульвар Дмитрия Донцова едешь на работу. Это просто конечная ветка. Севера и, конечно, резко юга, и ты просто, несмотря на временной диапазон, тебе без разницы, ты просыпаешься и со всей силы едешь в метро, стой. Ну, конечно, конечно, братан. Так я ж так учился 4 года. Ну, чтоб ты понимал, как бы я работаю вон в том высотке, видишь? Пиздец. Вот там я работаю, мне до работы идти 5 минут, на работу мне только во вторник, вместе с Вовой, потому что ты понимал. Пиздец. Ну, вообще, он может себе позволить, у него свои привилегии, я как бы, ну, не буду даже ничего озвучить. Ты знаешь, насколько я, лютый. Да. Слышь, какую бывшую встретила? Стой.
Какую Добрый. Бывшую встретила, Настя? Расскажи, какую бывшую? А, это они там с подписчиками. Какую бывшую встретила? Я еще одну. Да, все ради тебя. Братан Димас, ты покинул наш чат. Колонки молчат, чат. Короче, братан, рад был слышать, пообщаться, все дела там туда-сюда. Какую, Болинскую, что ли? Эту шлёндру? Какую? Болинскую? Шлёндру это? Почему Димаса второй раз нас по страху риски, мать? Да не, ладно, ну типа про Балю не надо говорить, ну не представляю, Баля заслуживает уважения, Лёс, мы мужчины в первую очередь. Да пошёл ты, она нихрена не заслуживает, блядь, Лёндра это. Да ладно. Ну, я её рот топтал, блядь. Ой, хорош, ну прекращай, ну ты чё, ну типа. Базарь рот топтал, я. И душу мотал, а ты чё? Я таких женщин, блядь, чтоб ещё встречу, блядь, нахуй. Покажите мне нахуй, где говно, блядь, я в него лучше наступлю, вытрусь и дальше пойду, блядь. Ну ладно, ладно, все, я понял, давайте, да. Дальше. Сейчас следующий вопрос, какие? Вопрос следующий, кому задавайте, блядь, ко мне какие вопросы. Ко мне какие вопросы, помнишь, я взял? Да. Какие вопросы, вот это вот все. Как там, разбежались кому или ушли, как ты говорил, блядь? Леша, хватит. Как? Я вот так всегда говорил, ко мне какие вопросы, я вот так всегда отвечал. Я говорю, как вопросы есть какие-нибудь? Это, слышишь, а это, помнишь, ты рассказывал про... Блядь, забыл. Всегда хотел что-то сказать умное, забыл. Да я много чего говорил. Димас, короче, жесткий тип, блядь. Я вообще мощный. Аккуратнее, блядь, с ним на куражах, блядь. Высказывание, не потому что... Это, блядь, такое же... Я как правило догоняю всегда, не пребывали в состоянии, я догоняю свое, там такая история. Дима, расскажи еще какие-нибудь, блядь, свои басни. Неважно, насколько трудно мне бы в сегодняшнем дне не было, если я сдамся, мне легче не станет, езжу. Тормозите там, блядь, горца, блядь, татарин, блядь. Крещеный, давай еще что-нибудь. Ну давай, ладно, я всегда отвечаю за слова, произнесенные своего рта, я не отвечаю за восприятие своих слов тобою. Понял, какая история. Нет, тормозите этого лысого, блядь, этого барбера, блядь. Я выстрел в голову, нахуй. А то, блядь, начнет кидаться своими, блядь, ножницами. И расческом, блядь, закидаю. Деньги, блядь. Это бумага, они никогда не заменят человеческие отношения в сегодняшних днях. Не, езжу, брат. Ну все, прилетел уже за свои цитаты, блядь, великие. Это, короче, рад был всех видеть, слышать. Улетел, побежал, расслабился. Всем, блядь, до свидания.